Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровища искусства», картины знаменитых мастеров, художественные репродукции в фотогравюрах Боде и Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Гвидо Рени, сей человек, Болонская школа. До середины 18 столетия живописцы итальянской эклектической школы 17 века были великими представителями классического искусства, но потом были так внезапно и невозвратно сведены критикой со своих пьедесталов, что в настоящее время столь же справедливо говорить о слишком низкой их оценке, как и о том, что прежде их ценили чересчур высоко. Они, несомненно, были наделены чувством красоты и выражали его в благородных художественных формах. Особенно по части пейзажей и фресок они произвели много прекрасного и оригинального. Однако станковые картины у этих мастеров выходили превосходны в тех случаях, когда сюжеты соответствовали их дарованию. До сей поры знамениты патетические картины одного из них – Гвидо Рени, «Скорбящая Богоматерь» и «Спаситель в терновом венке» – «Эссе Хома». В этих изображениях тихой печали и страдания художник старался соединить правильность и красоту форм, заимствованных им у Рафаэля, с одухотворенной мечтательной экспрессией Кареджо, и таким образом достиг того, что эти картины возбуждают молитвенное настроение, к которому он стремился. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровища искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественная репродукция в фотогравюрах Боде и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа». Пока. До свидания.